Здравствуйте, дорогие коллеги, здравствуйте, уважаемые учителя. Меня зовут Мария Александровна Лытаева, я кандидат педагогических наук, доцент Института образования Высшей школы экономики, автор учебников по немецкому языку издательства «Просвещение». Мои учебники и учебные пособия выпускаются во всех трех сериях, ведущих сериях издательства «Просвещение», «Вундеркинды плюс», «Горизонты» и серия учебников авторского коллектива под руководством Инессы Львовны Бим. Сегодня мы поговорим с вами о развитии читательской грамоты на уроках немецкого языка. Надо сказать, что читательская грамота – это понятие, которое вошло в наш быт, в нашу повседневную жизнь и в нашу научную коммуникацию сравнительно недавно. Это определение и это понятие читательской грамотности неразрывно связано с программой PISA, программа по измерению, по международной оценке учеников. Эта программа проводится Европейской организацией по сотрудничеству и развитию и изучает некоторые аспекты функциональной грамотности у 15-летних учеников, у детей, которые достигли 15 лет. Читательская грамотность является одной из видов функциональной грамотности, которая входит в программу PISA и которая оценивается у 15-летних школьников. Обычно туда еще включаются традиционно естественно-научная и математическая грамотность. И кроме того, иногда в рамках исследований PISA оцениваются такие грамотности, как финансовая грамотность, цифровая грамотность и так далее. В 2024 году планируется включить в исследование PISA в том числе и оценку уровня владения учащимися 15 лет иностранным языком. Но нам еще нужно этого 2024 года дождаться, и пока мы даже не представляем, как будет выглядеть тест по оценке уровня владения иностранным языком в рамках этой программы. Но вернемся к читательской грамотности. Надо понимать, что сам термин «грамотность» в какой-то степени перекликается, вообще термин «читательская грамотность» является частью функциональной грамотности, а сам термин «грамотность», само слово «грамотность» в какой-то степени пересекается с понятием инструмента. Надо сказать, что развитие читательской грамотности на уроках не только иностранного языка, не только немецкого языка, но и на уроках истории, обществознания или биологии, или математики, на любых других предметах является инструментом. Инструментом, прежде всего, познавательной деятельности учащихся, инструментом формирования различного рода компетенций, в процессе жизни, после окончания учебы в школе или в университете продолжать профессиональную деятельность, продолжать личную жизнь и использовать инструмент чтения, умение чтения, этот инструмент читательской грамотности для решения повседневных задач. И вот об этом как раз и говорит у нас определение читательской грамотности, которое вы видите на слайде. Читательская грамотность связана с умениями понимать и использовать письменные тексты, размышлять о письменных текстах и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Таким образом, мы видим в этом определении очень много общего с определением умений чтения как вида речевой деятельности при обучении иностранному языку. Во всех нормативных документах, различных в стандарте, федеральном государственном образовательном стандарте, в примерной основной образовательной программе, везде фиксируется такое умение в иностранном языке, как чтение, которое мы развиваем, формируем, и которое проверяется посредством различных экзаменов ОГЭ или ЕГЭ. И это умение связано также с умением понимать и использовать письменные тексты. Но прежде всего мы на уроках иностранного языка при формировании умений чтения как вида речевой деятельности делаем акцент на умении читать, собственно, техники чтения, воспринимать
информацию, понимать информацию с различной степенью проникновения в содержание. К сожалению, в процессе обучения чтению на иностранном языке мы в меньшей степени обращаем внимание, насколько учащийся умеет использовать информацию текста. Именно мы этот этап считаем как неким переходным этапом от чтения, например, к говорению, от чтения к письму. Но на самом деле умение использовать информацию текста – это умение именно вот такого более широкого понятия, чем чтение, понятие читательской грамотности. Еще в меньшей степени мы уделяем внимание умению размышлять о текстах, которые мы прочитали. И у нас есть, конечно, в учебниках вопросы после текста, которые касаются содержания и в более редких случаях смысла информации. Однако размышление о тексте направлено не только на то, чтобы понять, зачем мне нужен этот текст и когда мне его нужно использовать. Размышление о тексте связано в том числе и с проникновением в смысл текста, и с пониманием ценности информации текста для решения собственных задач не только сейчас, но и в течение дальнейшей жизни. Таким образом, у нас есть определенные лакуны в процессе обучения чтению на иностранном языке, если мы ставим перед собой цель формирования не только умений чтения как части иноязычной коммуникативной компетенции, но и также, если мы ставим перед собой цель сформировать комплексный инструмент читательской грамотности. Сегодня на нашем вебинаре мы поговорим об этом, о том, как протянуть. У нас есть в учебниках все для того, чтобы комплексно формировать читательскую грамотность, и мы поговорим о том, как вот эту красную нить протянуть от 5 до 9 класса, не потерять компонентов читательской грамотности по пути, как сформировать программу работы над читательской грамотностью на уроках немецкого языка. Я сегодня буду приводить примеры из учебника 7 класса серии «Вундеркинды плюс». Это учебник для изучения немецкого языка как первого иностранного. Некоторые учебники этой серии вы можете видеть на слайде. Эта серия «Вундеркинды плюс» одна из самых успешных на данный момент в нашей стране, и она объединяет все ступени обучения от 2 до 11 классов. Это единственная серия, которая пока входит в перечень учебников и учебных пособий, рекомендованных для использования в образовательных организациях на всех трех ступенях – и в начальной, и в средней, и в старшей школе. Некоторые примеры здесь будут также из учебника «Горизонты» для 9 класса. Учебник «Горизонты» используется для изучения немецкого языка как второго иностранного и тоже является единственным учебником пока в перечне рекомендованных пособий, который выпущен для всех ступеней, то есть для ступени среднего обучения 5-9 класс и для старшей школы 10-11 класс. Теперь посмотрим на конкретных примерах, как у нас в учебниках, в частности серии «Вундеркинды», организована вот эта программа обучения читательской грамотности, программа формирования умений читательской грамотности. И мы пойдем прямо по нашему определению. Итак, первое главное умение, которое входит вот в этот комплекс читательской грамотности, это понимать и использовать письменные тексты. Обратите внимание, здесь вам представлен на слайде отрывок из учебника, где вы видите текст, который представляет собой блок одной из героинь учебника. Надо сказать, что учебники «Вундеркинды плюс», ну, я надеюсь, что вы это уже знаете, они построены по сюжетному принципу. В каждом учебнике разворачиваются приключения немецких и российских школьников и также окружающих их близких людей. И все эти приключения связаны с увлекательным процессом освоения немецкого языка. Вот здесь мы видим блок одной из героинь учебника 7 класса и рассказывает Лора в этом блоге о своем летнем отдыхе. Причем рассказывает она не просто о летнем отдыхе, который произошел реально на пляжах побережья Испании или Италии. Она здесь пишет о виртуальном отдыхе. И вот такой текст с таким содержанием, сам учебник был издан, естественно, до пандемии,
Он уже несколько лет существует в наших школах. Но должна вам сказать, насколько этот текст явился актуальным в этот наш непростой год, когда многие из учеников, даже те, которые имеют такую возможность, не смогли из-за обстановки эпидемиологической выехать на море, куда-то выехать путешествовать. И вот им на помощь приходит виртуальный отпуск, который можно провести, используя различные интернет-ресурсы. Вот такой интересный текст. Немножко отклонюсь в сторону для того, чтобы учащиеся читали тексты, любые, которые есть в учебниках, с интересом, с мотивацией. Их необходимо каким-то образом включить в коммуникативную ситуацию. Мы обычно говорим о коммуникативной ситуации применительно к продуктивным видам речевой деятельности, но коммуникативная ситуация важна также и для рецептивных видов речевой деятельности, когда мы обучаем чтению или аудированию, потому что коммуникативная ситуация включает в себя условия ситуации, в которой происходят действия, и главное, она включает в себя коммуникативную задачу, несущую мотив к совершению действия, мотив к чтению. Здесь отчетливо виден внешний познавательный мотив. Конечно, интересно ученикам узнать, как так можно осуществлять виртуальный отпуск. Чем сильнее мотив, с которым запускает действие чтения, тем более качественно будет проходить сама деятельность чтения, будет более качественно прочитан текст, и можно будет с ним работать, соответственно, с большим эффектом. Так вот, учащиеся читают текст. Между прочим, здесь коммуникативная ситуация задается в том числе и фотографиями, картинками. Такое, когда мы видим слово «блог», «лорас блог», мы видим фотографии побережья, вот такого красивого дома в Барселоне, сразу создается определенный ассоциативный ряд. Нам кажется, что Лора будет писать о своем реальном путешествии. Читая текст и видя, что путешествие виртуальное, происходит такая ситуация открытия, ситуация несовпадения наших ожиданий с текстом, который мы читаем. И это поддерживает мотивацию до конца. Кроме того, сразу дано задание на проверку понимания прочитанного, тест перед текстом для того, чтобы уже нацелить на извлечение определенной информации для проверки понимания. Но на самом деле ведь и тест, и само чтение текста – это всего лишь только часть программы, потому что мы прочитали текст, мы его поняли, но пока еще никаким образом информацию текста не использовали. И задание, которое вы видите справа, оно как раз направлено на использование информации текста для решения следующей коммуникативной задачи. Здесь в данном случае необходимо высказать свое отношение к такому виду отдыха, виртуальному отпуску, и даны определенные речевые средства для этого, прилагательные, каким может быть реальный отдых, каким может быть виртуальный отдых, даны определенные речевые образцы, примеры, куда можно вставить эти средства. Но на самом деле у учащихся, которые никогда не задумывались о том, что отдых может быть в том числе и виртуальным, может возникнуть ситуация, когда они просто не владеют информационным полем, не владеют информацией в отношении того, что им сказать про виртуальный отпуск. Вот тогда они извлекают эту информацию из письменного текста и используют ее в дальнейшем. То есть здесь мы закрываем вот эти два первых важнейших умения – понимать информацию и использовать информацию из текста. Следующее важное умение – это размышлять о текстах, достигать своих целей, расширять свои знания. Вот это умение, оно формируется, конечно, гораздо сложнее, чем просто умение прочитать и какую-то извлечь информацию и использовать ее. Размышление – это принятие определенного решения, это формулировка определенного суждения. И учащиеся, безусловно, они, так сказать, имеют возможность обменяться мнениями о информации текста. Вот, например, такой текст, как представлен на слайде, тоже из учебника 7 класса, посвящен он празднованию Нового года. И здесь этот текст описывает то, как отмечали Новый год раньше, давно, в прошлом, в данном случае дедушка одного из героев Антона, который дедушка российский, Антон – это ученик из России,
дедушка рассказывает о том, как мы раньше праздновали 31 декабря. Здесь тоже уже в названии, в коммуникативной ситуации текста заложен определенный важный и субъектно важный мотив, потому что всегда, когда мы читаем о прошлом какую-то интересную информацию, одним из главных мотивов является потребность в сравнении. Мы сравниваем, как раньше праздновали Новый год, как сейчас празднуют. И вот эта необходимость и потребность в сравнении, а также удерживает мотивацию и внимание в процессе чтения текста до конца. А затем мы переходим непосредственно к описанию того, следующее задание С, как мы сейчас празднуем Новый год. Здесь дана коммуникативная ситуация, здесь данные мотивирующие картинки, здесь данные слова и выражения, опоры для того, чтобы составить диалог. Здесь предполагается диалогическая речь. Но интересно, что после этого задания можно сравнить, как праздновали раньше, как празднуют сейчас, тем самым сформировать определенные суждения. Суждения могут быть самые разнообразные в зависимости от личности учащихся. Кто-то скажет, что раньше был более семейный праздник, дольше к нему готовились, много мастерили руками игрушки, в магазинах было не такое разнообразие новогодних игрушек, поэтому вот это совместное изготовление игрушек сбежало с семью. Кто-то скажет, что раньше все было очень простенько, обычно, а вот сейчас ярко, необычно мы празднуем Новый год. Есть возможность посмотреть большой салют, есть возможность увидеть пышно украшенные города, есть возможность купить почти любой подарок, который ты только пожелаешь, были бы средства на это. Есть возможность купить в магазине разнообразные, яркие, красивые игрушки, чего не было, может быть, в прошлом. Суждения могут быть разные, но на основе сравнения оно никогда не заканчивается только сравнением. При сравнении каких-то объектов мы неминуемо производим какое-то суждение. Лучше, хуже, так же, интереснее, менее интересно. Но в любом случае при сравнении всегда появляется суждение. И в таком, и как следствие мы получаем возможность размышлять об этих прочитанных текстах. Более того, само умение сравнивать, сопоставлять какие-либо объекты является метапредметным умением. И для развития этого метапредметного умения на уроках иностранного языка мы можем потратить достаточное количество времени. Потому что, в отличие от других предметов, предмет иностранный язык предполагает прежде всего коммуникативную деятельность. То есть, прежде всего, деятельность общения. А предмет этого общения может быть самым разнообразным. Мы на уроках иностранного языка можем закрыть лакуну, которую не успевает закрыть предметник на другом предмете. Когда необходимо сравнивать, сопоставлять какие-то явления исторические, например, на уроке истории, большое внимание учитель уделяет самому содержанию этого сопоставления. Насколько точно отобраны признаки, насколько точно произведено сравнение, насколько верно суждение, которое сделал учащийся. А мы на своем занятии можем больше уделить время коммуникативной рамке, соответственно, тому, как мы предъявляем наше суждение, как мы в языковом плане оформляем сравнение, используем для этого придаточные предложения или какие-то сравнительные конструкции. Конечно, это мы делаем на немецком языке, и дети изучают и выучивают некоторые речевые образцы на немецком языке. Но механизмы когнитивные, а именно потребность в отборе какого-то речевого образца, потребность в использовании какого-то придаточного предложения, все это формируется и может быть перенесено на другие предметы. Тем самым я в очередной раз хочу подчеркнуть несомненную важность и ценность предмета иностранный язык не только как предмета, на котором учащийся погружается в другую культуру, имеет возможность сравнить культуры между собой, имеет возможность выучить, в конце концов, другой иностранный язык, но и также как предмета, который в корне меняет ситуацию, перемещает акценты с содержания предметного темы или проблемы на содержание коммуникативное, на содержание в большей степени инструментальное, потому что язык – это тоже инструмент. Поскольку
концепция ПИЗа, вот этого теста, существует уже 20 лет, естественно, для нее были каким-то образом учеными создана рамка уровней этих умений для, собственно, более точной оценки. Уровни читательской грамотности, которые представлены на слайде, они во многом основываются на уровнях развития коммуникативной компетенции, которые мы знаем с вами как Gemeinsame Referenzrahmen. И на немецком языке, да, и SEFR на английском языке. Уровни читательской грамотности делятся на три части, на три умения. Умения, мы о них сегодня говорили, найти, извлечь, интегрировать и интерпретировать, осмыслить и оценить. Эти три умения, они сами по себе представляют собой определенную иерархию. Найти, извлечь самое простое умение, интегрировать, интерпретировать более сложное, осмыслить и оценить самое сложное умение. Так более того, эти умения еще и развиваются на разных уровнях. От первого, самого простого, например, найти и извлечь одну единицу информации, изложенную ясно и даже выделенную в тексте, до самого сложного умения в этом, до самого сложного уровня в рамках этого умения понимать полностью несколько текстов и связи между ними. Умение в этих формулировках, это перевод, и перевод Цукерман, который есть на слайде, который есть на сайте ПИЗы, российском сайте ПИЗы, там можно найти более подробную информацию по читательской грамотности. Для нас эти умения – это повод задуматься о том, чему мы учим в процессе формирования умений чтения и комплексно-коммуникативных умений, чему мы точно можем научить и где нам необходимо, наверное, усилить. Со своей коллегой Ингой Трешиной мы провели исследование такое теоретическое, опубликовали его в журнале «Педагогические измерения». В этом исследовании мы попытались, исключительно теоретизируя, не проводя никаких экспериментов, мы попытались ответить на вопрос, какого же уровня можно достичь в процессе изучения иностранного языка в школе, какого уровня читательской грамотности можно достичь. И сравнив уровни читательской грамотности с уровнями развития коммуникативной компетенции по СЕФР, с уровнями развития коммуникативной компетенции в трактовке отечественных ученых, которая изложена в примерной основной образовательной программе в ГОСе, мы определили, что при изучении первого иностранного языка к концу 11 класса мы гарантированно должны достигать 4 уровня читательской грамотности. И, наверное, по окончанию 9 класса где-то в районе 3 уровня читательской грамотности учащиеся наши по всем трем умениям должны задания выполнять успешно. И если вы сейчас посмотрите на эти умения в трех уровнях читательской грамотности, вы со мной согласитесь, потому что учащиеся точно могут установить связь между текстовой информацией по разным критериям. Они точно могут выделить главную мысль текста, интерпретировать и связать отдельные части текста, могут сравнить информацию по нескольким основаниям, а могут также разъяснить некоторые элементы содержания и дать оценку некоторым элементам содержания, согласиться или не согласиться с тезисом или с мнением, которые изложены в тексте. То есть как минимум три уровня читательской грамотности мы должны осваивать и должны соответствующие умения тренировать. Для этого все сделано в учебниках серии «Вундеркинды». В частности, например, в учебнике для 7 класса существует целый такой прекрасный раздел, который называется «Für uns 20 Weihnachtsabschnitte». Представляет он собой такую читательскую интерпретацию «Адвентскалендер», где 24 маленьких текста предлагается читать каждый день в течение 24 дней. Таким образом, дается такой маленький вызов для учащихся 7 класса, и в том числе стимулируется их интерес к самому главному празднику года, к празднику Рождества и Нового года.
Надо сказать, что эти тексты, чем они ценны, они представляют собой тексты разных видов и жанров. На это в концепции читательской грамотности также делается особый упор. Вот, например, здесь мы видим слева на 1 декабря подготовленные тексты, которые представляют собой высказывания учащихся немецких и высказывания, ну, такой рассказ о праздновании Нового года, о подготовке к Новому году. А на 3 декабря подготовлены маленькие тексты, которые рассказывают, такого информационного характера, которые рассказывают о том, какие традиции празднования Рождества существуют в других странах, и не только немецкоговорящих, что очень важно, потому что обычно погружение в культуру другой страны, диалог культур на уроках иностранного языка ограничивается диалогом между родной страной и страной изучаемого языка. Вот очень ценно, что в учебниках серии «Вундеркинды» есть также и более широкий контекст. Нам предлагается посмотреть на другие страны, где не является немецкий язык родным языком. И эти типы текстов расширяются в учебниках различными другими типами. Кстати, типы текстов, которые используются в исследовании ПИЗа, они также в основном базировались на тех исследованиях, которые были к тому времени уже сделаны в рамках преподавания иностранного языка. Потому что, да, еще раз скажу, ПИЗа – это экзамен, который проводится на родном языке. Но такого активного продвижения в развитии коммуникации, в развитии чтения, умения чтения к моменту создания тестов ПИЗы, а это был конец 90-х годов, в 2000 году была проведена первый тест. Так вот, к тому времени такого большого прорыва сделала только методика преподавания иностранного языка. ПИЗа выделяет такие тексты, как сплошные и несплошные. Это самое главное различие. Сплошные тексты – это те тексты, которые у нас были на прошлом слайде, привычные нам тексты, которые состоят из слов, предложений и абзацев. Несплошные тексты – это тексты, которые включают информацию в сокращенном виде. Это, например, график, диаграмма, таблица. Или, например, рецепт – это тоже не сплошной текст. Но мы видим слева на, вот такой, на фотографии из учебника «Горизонты» чисто не сплошной текст – это график. А справа также вырезка из «Advanced Calendar» учебника 7 класса. И этот текст уже смешанный. В этом тексте присутствует и сплошной текст – это вводная часть рецепта. И не сплошной текст – это перечень ингредиентов для того, чтобы сделать пунш. И здесь присутствуют также отдельные предложения под нумерацией. Это тоже не сплошной текст. Здесь не связаны между собой предложения языковыми средствами, они связаны между собой последовательностью действий. Это тоже не сплошной текст, не чистый сплошной текст. Это мы видим с вами смешанный текст. Смешанный текст, где все его части связаны между собой, представляют собой различные типы текстов. Составной текст – это такой текст, который является такой некой инфографикой. Там отдельные тексты, они могут быть сплошные, несплошные, рисунки. Они связаны между собой одной темой, но они не связаны между собой содержательно. Ну, как не то чтобы содержательно, но не связаны между собой последовательностью некой. Это могут быть из разных частей какой-то темы, какие-то, например, может быть, объяснение из словаря, может быть, несколько фактов из истории, может быть, какая-то картинка с подписью, может быть, графики. Это все там одна и та же тема объединения Германии, но они между собой напрямую не связаны. Вот такие тексты называются составные. Вот на этом слайде я хочу еще раз усилить разграничение умений к читательской грамотности на умение собственного чтения и метапредметное умение. Вот посмотрите, умение собственного чтения мы формируем на наших уроках. Мы умеем это делать. Мы можем научить детей прочитать текст, понять его смысл, найти главную тему текста, отделить важную информацию от второстепенной. Учим находить связи отдельных частей текста. Буквальный смысл нескольких текстов тоже учащиеся могут найти, могут определить отсутствие какой-то информации текстов, могут нюансы понять, могут понять длинные сложные тексты, используя словарь и так далее. Однако мы мало уделяем внимания левой колонке этой таблицы метапредметным умениям.
Например, да, все больше и больше у нас есть интернет-проектов. Они есть у нас и в учебниках. Я думаю, вы используете также этот прием и сами. И тогда учащиеся при работе над проектом тренируют метапредметное умение выбирать интернет-источник. Учащиеся способны устанавливать связь между сообщением текста и общеизвестными знаниями. Мы делаем это нечасто. Необходимо делать это чаще, потому что это важное метапредметное умение. Чем больше мы говорим о том, насколько информация текста известна, понятна, интересна учащемуся лично, тем больше мы включаем субъектность в процессе обучения, и тем более мотивированными являются учащиеся при изучении иностранного языка. Следующее умение – интерпретировать отдельные части, сравнивать и противопоставлять отдельные сообщения текста. Это умение тоже необходимо формировать более целенаправленно. Надо сказать, что учебники «Вундеркинды» и «Горизонты» имеют огромный плюс. Тексты для этих учебников специально обработаны, адаптированы, подобраны и стилистически обработаны носителями языка с тем, чтобы текст был как можно более насыщен различной информацией. Мы стараемся не давать текстов, в которых есть, ну, в кавычках, да, такие пустоты, где есть пустая информация, которая учащимся не пригодится. Поэтому эти тексты, они насыщены информационно, насыщены лексически, насыщены идеями, и их можно, с ними можно работать многогранно. Надо сказать, что к серии «Горизонты» мы уже пару лет назад выпустили замечательные пособия по тренировке лексики и грамматики. Я совершенно случайно заглянула на один из книготорговых сайтов и увидела там прекрасные отзывы об этих пособиях. Я надеюсь, что вы их также используете. Мы продолжили это движение и уже сделали два пособия для «Вундеркиндов плюс» по тренировке лексики и грамматики к учебникам 5 и 6 классов. И в этих пособиях как раз мы и добавляем те задания, которые, возможно, не поместились в учебник по формированию метапредметных умений, по анализу текста, по сопоставлению некоторой информации в тексте. Здесь важное умение, вот в левом столбце таблицы указано, это сравнивать несколько точек зрения и делать выводы. Очень важное умение когнитивное и метапредметное, которое используется потом в течение всей жизни, мы имеем возможность тренировать его на немецком языке. И учебники дают такую возможность. Учителям важно обратить на это пристальное внимание. И так далее. У вас презентация будет, поэтому вы сможете посмотреть более подробно на каждое из умений и задать себе вопрос, насколько часто я формирую эти умения. Надо сказать, что вот эти умения в такой формулировке, которые они даны на слайде, прекрасно превращаются в упражнения. То есть вы уже просто формулируете это задание на немецком языке к тексту подходящему, к тексту, который содержит потенциал для выполнения этого задания, и уже вы можете сказать, что ваш урок обогащен задачей для развития метапредметного умения. Посмотрим на то, как эти метапредметные умения развивают уже есть задания в учебниках. Посмотрите, «Фернзейн Пронт Контра». Задание как раз на сравнение, сопоставление. Необходимо из текста выписать аргументы за и против телевидения, за и против смотрения телевизора. Пожалуйста, это прекрасное метапредметное умение. Еще более важная история, уже в 7 классе учащимся дается график, в данном случае диаграмма круговая, и даются речевые средства для описания этого графика. Вы не поверите, но учащиеся зачастую сталкиваются с графиком и с необходимостью его подробно и правильно описывать на занятии по иностранному языку впервые. До этого у них очень часто на других предметах не возникает такого задания и не возникает, и, соответственно, не формируется такое умение. Иногда мы сейчас с магистрантами моей магистерской программы «Педагогическое образование в Высшей школе экономики» анализируем учебники по истории и по литературе в отношении умений читательской грамотности, мы отмечаем, что очень часто авторы учебников воспринимают читательскую грамотность как уже сформированное умение и дают задания на уровне, например, 5 или 6, при этом игнорируя задания и действия на более низких уровнях.
учащийся не может сразу выполнить задание, которое относится к формированию умения более высокого уровня в рамках читательской грамотности. Ему необходимо подготовиться к этому умению. А вот этой программы подготовки в других учебниках, к сожалению, пока не обнаружено. У нас в учебниках такая программа подготовки есть. Ее можно увидеть, еще раз повторюсь, в 7 классе уже есть и в 6 такие задания. А проверяется читательская грамотность только лишь в 9. Время есть, и есть для этого специально подобранные средства. Такое задание, как извлечение информации из разных текстов для решения учебных задач. Обратите внимание, здесь учебная задача, которую ставит учитель, это поговорить о ритме большого города, о жизни в большом городе. А информация, которую необходимо извлечь учащимся, представлена в 2 вариантах. В виде стихотворения классического произведения стихотворного Курта Тухольски и в виде письма. Опять же, письмо, которое получает одна из героинь, Лора, все та же Лора. И информация из этих 2 текстов, она извлекается, интерпретируется и может быть использована для того, чтобы учащийся дал комментарий про то, какая трудная или, например, веселая или активная жизнь в большом городе. Следующее очень важное умение – опора на текст для чтения при развитии других видов речевой деятельности. Все та же тема, которая начата вот на этих примерах. Большой город, сравнение жизни в городе и в деревне. Эта тема интерпретируется далее в таких заданиях, как город, деревня, плюсы, минусы. И обратите внимание, отсылка в задании на тексты. Далее, когда мы уже имеем необходимые ключевые слова, идеи, мы можем говорить об этом. А чтобы об этом говорить, необходимо говорить об этом правильно. И снова у нас в учебнике появляются речевые образцы, появляются средства, определенные для того, чтобы обрамить свое высказывание вежливо, правильно при помощи вводных предложений. И вы не поверите, но эти вводные предложения учащиеся тоже чаще всего встречают первый раз на уроках иностранного языка. И используют их для написания изложений и сочинений по русскому языку или литературе. Вот такой у нас важный предмет, который часто недооценивается учащимися родителями. А он имеет огромный потенциал по развитию именно коммуникации как метапредметного умения. И, наконец, на этом слайде вы можете увидеть комплексный характер работы над текстом. Вот пример такой программы работы над текстом. Рассмотрим этот слайд немножко подробнее. И этот разворот учебника рассмотрим немножко подробнее. Тема «Город и деревня», плюсы, минусы и так далее. Сначала учащиеся вводятся в тему при помощи такого проблемного предложения. И вообще, в принципе, вот когда мы видим сам разворот учебника, мы видим его, ну, прежде всего, конечно, надо сказать, совершенно прекрасное цветовое и художественное оформление. Мы видим определенные сюжеты, какие-то картинки, какие-то маленькие вкрапления, которые мы можем интерпретировать еще до того, как мы начинаем работать над этой темой. После интерпретации, мотивации учащихся, мы можем увидеть вот такой небольшой шлагцайли «Leben auf dem Land, Traum oder Albtraum». И это уже определенное мотивирующее предложение. Учащиеся читают текст, они мотивированно ее читают, потому что здесь есть уже соответствующее задание, которое содержит в себе коммуникативную задачу. «Findet die Autorin das Leben auf dem Land gut oder schlecht?» Это уже вопрос, который мотивирует учащихся к чтению. Затем учащиеся проверяют понимание чтения текста задания С. Они не только соотносят предложения. Кроме того, эти предложения уже являются какими-то положительными или отрицательными сторонами жизни в деревне. И уже представляют собой материал для дальнейшего использования в речи. Следующее задание, 11-е. Здесь дается коммуникативная ситуация для
обсуждения, для дискуссии между учащимися, где или когда, в каких случаях хотят люди жить в деревне или в городе. И тут предлагается прочитать диалог, еще раз обсудить его с партнером и варьировать этот диалог при помощи слов и выражений из упражнения 11b. Слова и выражения содержатся в тексте, и они уже знакомы учащимися. Текст представляет собой, кстати говоря, более структурированное высказывание по той теме, которой посвящен диалог. То есть текст выполняет здесь еще и своего рода роль образца, потом, на который опираются учащиеся позже при продуцировании собственного диалога. Вот такие комплексные программы работы над текстом, где у нас тренируется умение всех уровней. И умение прочитать и извлечь информацию, и умение интерпретировать информацию, и умение оценить информацию. В данном случае оценка информации текста происходит в диалоге, в обсуждении. Такие программы работы над текстом существуют во всех учебниках, в общем-то, начиная уже с начальной школы. А свое наибольшее развитие такие программы получают в учебниках старшей школы в 10-11 классе. Мы об этом еще поговорим. У нас будет возможность посмотреть более подробно на то, как развивается читательская грамотность в старшей школе. Здесь мы в старшей школе мы ставим перед собой задачу подготовки учащихся не только к обычной повседневной жизни, которая также полна различных задач, решаемых умениями читательской грамотности, но и подготовку учащихся к академической жизни, к академической деятельности, к обучению в высшем учебном заведении, где преподаватели, естественно, уже не делают скидку на то, что учащийся что-то там не успел выучить или чем-то не успел овладеть в школе. Университет – это уже то место, где учащийся должен применять усвоенные, сформированные умения читательской грамотности. Это уже ситуация реальной задачи, которую необходимо будет решать, и каждая решенная или нерешенная учебная задача в университете имеет прямую корреляцию с будущей профессиональной деятельностью учащихся. И это все, что я хотела вам сообщить на сегодняшний день, заканчивая презентацию, говоря вам большое спасибо за внимание. Я здесь поместила очень такую известную карикатуру Битструпа на двух читателей одной и той же книги. То есть одна и та же книга, один и тот же текст может произвести на разных людей разное впечатление. И очень это прекрасная карикатура, которая, помните, еще была в учебниках Инессы Львовны Бим, в котором я училась в 80-х годах. И эта карикатура на самом деле говорит нам только одно. Любой процесс чтения, он является удивительным образом субъектным процессом. Процессом, который мы не можем предсказать изначально. Мы не можем знать, какое впечатление произведет тот или иной текст на отдельную личность. Но об этом задумываться стоит. Стоит задумываться о том, что иногда один и тот же текст, который нравится нам или нравится половине класса, может совершенно не понравиться, не подойти для другой половины. Это еще один вызов, который обычно игнорируют учителя, но который нам необходимо также принять и найти какие-то пути решения этого вызова. У нас еще есть... Я уложилась совершенно строго в 45 минут, и хочу попробовать посмотреть, есть ли у вас ко мне вопросы. Я сейчас пойду с конца, если вы не против, чтобы ничего не пропустить. Вот вопрос Марина Бек задает вопрос, какого уровня читательской грамотности можно достичь, изучая немецкий язык как второй иностранный в школе. Исходя из того, что второй иностранный язык мы начинаем изучать в пятом классе, но его процесс изучения идет более интенсивно, и учащиеся, в принципе, уже овладели какими-то умениями, базовыми умениями чтения на уровне читать и понимать, на самом первом уровне умений, я думаю, что тоже третий уровень можно вполне себе достичь. Третий уровень читательской грамотности.
вполне в 9 классе можно достичь. Есть ли еще вопросы? Так, всем желаю доброго дня, это прекрасно. Я тоже желаю вам доброго дня, но мне всегда интересно, когда есть какие-то вопросы. Так, вопросов никаких пока нет, но я очень надеюсь, что вопросов нет не потому, что вам было неинтересно сегодняшнее мое выступление, а вопросов нет потому, что я все очень доступно рассказала и все доступно представила. Ну, раз вопросов нет, а здесь есть уже пошли приятные слова благодарности, спасибо и так далее. Пособие «Горизонты» лучше учебников. Пособие «Горизонты» без учебников вообще были бы не нужны, поэтому они рассматриваются как часть УМК. Учебники, надо сказать, «Горизонты» все-таки очень хорошие. Я сама с ними работала, с учениками, когда работала некоторое время назад, 5 лет назад, в лицее Высшей школы экономики. Я с ребятами, которые пришли в 10 класс с нулевыми знаниями по второму иностранному языку, брала учебники «Горизонты», и мы по этим учебникам занимались. У нас было 4 часа в неделю, это был гуманитарный профиль, могли себе позволить заниматься часто, и поэтому за один год усваивали 2,5 учебника, 5-й, 6-й, немножко 7-го за первый год обучения. Учебники хорошие, коммуникативные. Если вы поставите себе во главу угла именно коммуникацию как главную цель и пойдете по предложенной учебниками программы, будете использовать рабочую тетрадь и, да, согласно наше прекрасное пособие, то результат не заставит себя ждать. «Горизонты» действительно очень хороший учебник, очень хороший. И он именно для второго иностранного языка очень хороший, потому что, может быть, связан с какой-то, на ваш взгляд, поверхностностью, недостаточностью проработанности грамматики или лексики. Мы добавили вам упражнение, прорабатывайте. Но у него очень четко проведена красная нить коммуникативности. И это позволяет надеяться на высокий результат именно в отношении коммуникации. Так, больше вопросов не поступает. Так, читательская грамотность. Да, читательская грамотность, вы правильно понимаете, она проверяется у 15-летних подростков. Обычно это в 9 классе. Надо сказать, что у нас в России, участвует в тесте по читательской грамотности, это международное сравнительное исследование, с самого первого года, и не пропускало ни одного исследования. И участие принимают не сплошняком все школы, есть определенный алгоритм отбора школ, которые принимают участие в исследовании ПИЗа, и этот алгоритм, он связан не только с желанием или нежеланием самой школы, не только с какими-то исследовательскими интересами группы ученых, которые представляют ПИЗу в нашей стране. Этот алгоритм, он связан также с требованиями самой организации, потому что сравнительное исследование, оно предполагает одинаковые параметры для сравнения в разных странах. И для того, чтобы эти исследования были наиболее показательным, школы отбираются в соответствии с определенным набором параметров. Это ни в коем случае не исследование, которое говорит, надо быть выше, быстрее, сильнее, хотя это, конечно, приятно. Это исследование, скорее всего, для нас интересно тем, что оно дает задачи, вот в тесте содержатся задачи, которые более приближены к повседневной жизни и не оторваны от нее так, как это происходит в процессе школьного обучения, где дети решают задачи, формулы применяют, потом не понимая, как это все применяется в обычной жизни, не понимая, что откуда собственно, растет. Особенно это касается, в меньшей степени читательской грамотности, тут все понятно, зачем нам читать уметь. В большей степени это касается, естественно, научной грамотности, математической грамотности, когда вот эти формулы и теоремы, учащиеся, которые изучают в школе, они как-то по-новому используются для решения повседневных задач. Так, не вижу больше вопросов, дорогие коллеги. Вы получили ссылки на сертификаты, на программы, на рекламу других выступлений. Сегодня целый день издательство «Просвещение» предлагает выступление по теме развития умений читательской грамотности, по теме читательской грамотности. Поэтому посещайте эти
мероприятий, посещайте эти выступления, будет очень интересно. Я со своей стороны хочу пожелать вам, прежде всего, здоровья в этот наш непростой период, пожелать вам получать удовлетворение от вашей работы, несмотря ни на что, потому что это одна из главных, как говорится, есть такое слово английское, output, эффект. Извините, outcome, эффект. Вот получение удовольствия от работы – это один из главных эффектов профессиональной деятельности. Я желаю вам его достичь. Ну и наших дорогих дам поздравляю с наступающим днем 8 марта и нас всех с неминуемо приближающейся весной. Всего вам доброго, до свидания и до новых встреч.